Здравствуйте, коллеги! Тема нашего сегодняшнего урока – ткани. Ткани растения. Надо сразу определиться, что такое ткани. С точки зрения биолога, это вовсе не кусочек материи, из которого мы шьем, ну, например, одежду. Ткань – это уровень организации живой природы. Ткань – это совокупность клеток, которые выполняют одну и ту же общую работу и похожи друг на друга по своему строению. Кроме того, про ткань надо понимать еще несколько важных вещей. Во-первых, ткань далеко не у всех организмов бывает. Тканевой уровень организации свойственный на самом деле только животным и растениям. Итак, что нам необходимо знать про ткани? Ткани растений. Разумеется, биологи очень много знают про каждую из тканей, и говорить про каждую из тканей можно очень-очень долго. Но нам необходимо с вами понять, что самое главное мы должны про э, каждую из этих тканей знать. И вот сейчас давайте попробуем написать что-то вроде плана изучения. План, который послужит нам своего рода ориентиром. Итак, первое, что нам надо знать про каждую ткань, это, конечно, ее название. Второе, мы не будем забывать, что в ткань объединяются клетки, которые выполняют общую работу. Так вот, именно работа, а если говорить научным языком функция тканей, это очень важный вопрос, о котором надо поговорить во втором пункте нашего плана. В-третьих, в ткань, как вы понимаете, входят клетки. Они все друг на друга похожи, потому что выполняют общую работу. Эти клетки должны иметь какие-то особенности строения. Ну, например, они могут быть крупными или мелкими. Они могут иметь отростки или быть без отростков и так далее. Итак, третий пункт ⁇ это особенности клеток. И, наконец, четвертый пункт тоже достаточно важный. Нам важно понимать, где именно в растении располагается та или иная ткань. Конечно, в дальнейших темах мы будем об этом говорить подробнее, но стоит уже сейчас привыкнуть к мысли, что каждая ткань занимает какое-то свое определенное место. Итак, четвертый пункт ⁇ это расположение в растении. Что еще важно сказать в самом начале? Тканей у растений очень много. И ученые для простоты объединяют ткани в некоторые группы. Таких групп нам стоит изучить пять. Это самые важные группы тканей. Давайте и их запишем. Первая группа тканей, о которых мы будем говорить, называются основные ткани. Вторая группа тканей, о которых тоже, конечно, надо говорить, это ткани покровные. В-третьих, мы с вами должны поговорить о тканях проводящих. В четвертых у нас пойдет речь о тканях образовательных. И в пятых нам надо будет поговорить о механических тканях. Перед нами, коллеги, план нашей работы. Про каждую из этих групп тканей мы должны поговорить, имея в виду вот эти пункты. Итак, первая группа тканей основные. Сюда входят две ткани. Они занимаются действительно самым основным, что нужно живому организму. Они занимаются питанием. Именно из-за этого эти две ткани объединены под таким, так сказать, серьезным и важным заголовком "основные". Основные ткани, как пишет Аванта um, Плюс Энциклопедия, они являются с одной стороны кухней растения местом, где готовится пища, с другой стороны, складом, местом, куда растение пищу про запас отправляет. Итак, две ткани. Первая ткань, которая, собственно, кухней является, называется тканью фотосинтезирующей. Уже из названия понятно, что главная ее функция – это фотосинтез, это питание растений. Если мы припомним тему особенности клетки растения, мы вспомним с вами, что фотосинтез происходит в особых частях клетки, в особых органоидах, которые называются хлоропласты. Мы знаем название, мы знаем функцию этой ткани, особенности клеток этой ткани, в том, что клетки эти крупные, вытянутые, вокруг центральной вакуоли располагаются те самые органоиды, где происходит фотосинтез, повторюсь, в хлоропластах. Хлоропластов в этих клетках очень-очень много. В остальном же эти клетки похожи на все остальные. Есть, разумеется, ядро, есть клеточная оболочка и так далее. Последний пункт нашего плана. Помните, расположение в растении. Фотосинтезирующая ткань расположена, это легко понять, в зеленых частях растения и прежде всего в листьях. Именно в листьях происходит процесс фотосинтеза, в результате которого растение получает питание. Так, это первая из основных тканей, фотосинтезирующая. Идем дальше. дальше. Как я сказал, вторая ткань из основных тканей э, должна являться складом для тех питательных веществ, которые фотосинтезирующая ткань создала. Нетрудно понять, почему вторая основная ткань называется запасающая, запасающая ткань. Ну, действительно, если мы идем с вами, например, на рынок и боимся, что наш кошелек с деньгами сворует какой-нибудь воришка, куда мы положим наши денежки? Наши денежки, ну, мы постараемся наш кошелек положить как можно глубже за пазуху. Вот примерно так же поступают и растения. Все свои запасы, все то, что фотосинтезирующая ткань создала, все питание, они стараются убрать как можно глубже внутрь себя. Вот перед нами модель корня. Запасающую ткань мы будем искать здесь в самой серединке. Самая середина корня и стеблей называется сердцевина. Итак, запасающая ткань располагается в сердцевине. Функция ее, понятное дело, запас. А клетки. Ну, как может выглядеть клетка, которая много-много питания в себя закачала и сохраняет это для остальных клеток? Конечно, это не может быть маленькая клетка. Клетки здесь крупные, и у них очень развита центральная вакуоль. Именно в центральной вакуоле клетки запасают свое питание. Ну а в остальном опять-таки здесь все как полагается обычной клетке. Это мы поговорили об основных тканях. Надо еще сказать, что с основными тканями, коллеги, мы с вами сталкиваемся не только в сердцевине корней и стеблей. Их немало и, например, в плодах. Вот, пожалуйста, коллеги, тоже запасающая ткань. Следующая группа тканей по нашему плану, коллеги, это покровные ткани. Речь надо вести о коже, которым, которой покрыто растение. Ну, мы-то с вами тоже ведь покрыты кожей, но у растений все сложнее. Наша кожа, что на лбу, что на пятке, принципиально одинаковая, имеет одно и то же строение. У растения так получиться не может. Дело вот в чем. Посмотрите. Растение имеет две очень различающиеся части. Внизу, в почве, находятся корни. У них достаточно воды. Но свет в почву не проходит, и корни не могут питать себя сами, корни не могут фотосинтезировать. Другая часть растения, ну, вершки, назовем ее так, надземная часть. Она имеет достаточное обычное количество света, но зато обычно воды ей взять неоткуда. Получается, для двух разных условий, подземных и надземных, кожа растению нужна разная. Ну, давайте разбираться по порядку. Надземные части растения покрыты особой покровной тканью. Эта покровная ткань называется кожица, но лучше сразу запомнить ее научное название – эпидерма. Задача эпидермы – это не просто покрывать, плотно-плотно покрывать надземные части растения, но и обеспечивать определенные взаимодействие с окружающей средой. Во-первых, если в надземных частях вся вода поступает только снизу, своей воды у надземных частей нет, эту воду надо экономить. Вода, как вы понимаете, на суше довольно быстро может испариться, покинуть растение. Поэтому эпидерма должна в первую очередь не выпускать воду или, попросту говоря, экономить воду. Как у нее это может получиться? Плотно сомкнутые клетки эпидермы Обычно выделяют особое водонепроницаемое вещество. Получается, все растение снаружи, все надземные части растения, покрыты вот таким вот водоотталкивающим водонепроницаемым веществом. С другой стороны, растению надо как-то дышать. В растение должен проникать углекислый газ для фотосинтеза. Ночью, когда нет фотосинтеза, должен проникать кислород. Из растения должен выходить кислород, который во время фотосинтеза образовался. Словом, сложное взаимодействие с окружающей средой тоже должна обеспечивать эпидерма. Подробнее об этом стоит посмотреть в теме "Лист". Мы знаем название, мы знаем функции, работу этой ткани. Осталось э, понять, каковы клетки этой ткани. Клетки напоминают тротуарную плитку. Но ну, действительно для того, чтобы вымостить всю поверхность растения, да, клетки должны быть широкие и плоские. Клетки обычно крупные, широкие, плоские. Ну, а в остальном они похожи на все остальные клетки. Вот центральная вакуоль, вот, допустим, ядро. И вот так вот соединяясь друг с другом, все это выстраивается большими слоями, покрывающими как кожа все растение. Так происходит. У надземных частей, где необходимо сохранять воду. Но если мы подумаем, подземные части, они не могут быть покрыты водонепроницаемой оболочкой. Подземным частям крайне важно уметь всасывать воду. Наоборот, быть очень проницаемыми для воды. Поэтому корни не могут быть покрыты той же самой тканью, что и надземные части. Верно? Пришлось растению изобретать еще одну покровную ткань, теперь уже для корней. Эта покровная ткань называется ризодерма или еще одно научное название ⁇ эпиблема. Ее основная задача ⁇ это всасывание почвенных растворов, всасывание воды и солей из почвы, для того, чтобы лучше выполнять эту свою задачу, эту свою функцию. Посмотрим на модели корня. Некоторые клетки ризодермы даже образуют специальные волоски. Эти волоски, как коктейльные соломинки, встраиваются, врастают в почву между комочками почвы и вытягивают, всасывают с почвы растворы воды, растворы минеральных солей. Поэтому мы можем нарисовать вот такую вот. Типичную клетку, клетку ризодермы, которая вырастила себе тонкий волосочек. Это клетка крупная, клетка, которая вырастила длинный волосок, корневой волосок, который пронизывает почву и на который налипают почвенные комочки. Не каждая клетка ризодермы обладает такой способностью образовывать волоски. Здесь это видно. Более того, количество волосков, которые образуют э, ризодерма, оно очень зависит от влажности почвы. Мы с вами посмотрели на две покровные ткани. Эти покровные ткани, эпидерма и ризодерма, покрывают молодые части растений. Но растение придумало себе еще и третий вид кожи, третий вид покровной ткани. Этот вид покровной ткани называется пробка пробка покрывает многолетние, старые, если так можно сказать, части растений, многолетние стебли и многолетние корни. Пробка ткани очень своеобразная. Прежде всего надо сказать, что клетки пробки, клетки пробки делают себе довольно широкую, толстую оболочку и пропитывают эту оболочку особым веществом. Это вещество не пропускает ни воду, ни воздух. Конечно, клетка, которая целиком окружила себя воздуха и водонепроницаемой оболочкой, она выжить не может. Но давайте все по порядку, запишем. Пробка покрывает многолетние корни и стебли. Клетки пробки живут недолго, окружают себя водонепроницаемой оболочкой, воздухонепроницаемой оболочкой и отмирают мы с пробкой с вами встречаемся довольно часто. Ну, во-первых, во, -первых, во -первых, мы можем увидеть пробку уже на относительно не старых частях, не старых ветках деревьев. Вот посмотрите, вот эта зеленая часть еще покрыта эпидермой, кожицей, а вот эта часть уже покрыта пробкой. Кроме того, Пробку мы можем увидеть и у каких-нибудь подземных частей растения. Вот посмотрите, обычная луковица, сухие чешуйки этой луковицы представляют собой, по сути, тонкий слой пробки. Вот это основные покровные ткани растений. Речь о них пойдет и в других темах, но сейчас это, пожалуй, самое главное. А еще мы с вами встречаемся с пробкой у многолетних деревьев. Кора, которую мы, собственно, и видим у многолетних деревьев, по сути, в основном является многослойной многослойной пробкой. Еще важно понять, пробка не пропускает ни воду, ни воздух. Пробка замечательно защищает растения, но она не может позволить растению дышать, а стволу дышать необходимо. Для того, чтобы ствол мог дышать, некоторые клетки пробки специально расходятся друг от друга, образуя щели и трещины. Такие щели, такие трещинки называются чечевички. Больше всего нам знакомы чечевички у берез. Белая кора берез – это пробка, черные полоски – это чечевички, места, где разошлись клетки пробки, давая возможность входить в воздуху, выходить пару и так далее. Перейдем к следующей группе тканей. Проводящие ткани. Очень тоже важные для растения. Проводящие ткани немножко напоминают наши с вами кровеносные сосуды. Отдаленно напоминают, но, конечно, гораздо большими чертами отличаются от наших кровеносных сосудов. Снова давайте посмотрим на растения. Подземные части. Они не могут фотосинтезировать, но у них много воды. Надземные части. Они фотосинтезируют, они питаются, но воды у них своей нет. Получается, что растению надо организовывать два потока веществ. Воду надо от корней поднимать к надземным частям, а питательные вещества от надземных, от вершков к корешкам. Если на автомобильной дороге у нас машины идут в двух направлениях, как нам быть, чтобы машины не сталкивались? Но ну, очевидно, разделить два потока. Так делает и растение. Две проводящие ткани занимаются этими двумя потоками. Одна из них – древесина или, по-научному, ксилема. Лучше сразу запомнить научное название ксилема. Запомнить его можно с помощью одного однокоренного слова. В русском языке есть слово «ксилофон» – музыкальный инструмент, где по деревянным брусочкам бьют специальными особыми молоточками, и получается, что ксилема, древесина, звучит. Ксилема – очень важная ткань. Клетки ее тоже, как у пробки, мертвые. Какими же должны быть эти клетки, чтобы выполнять главную задачу ксилемы – проводить воду от корней к надземным частям? поднимать воду. Конечно, эти клетки должны быть подлиннее. Эти клетки не просто длинные, они еще и, коллеги, мертвые. Эти клетки выглядят следующим образом. Вытянутые, обычно со скошенными торцами. И по сути, это уже даже не клетки, а только оболочки от этих клеток. Они пропитаны особым веществом, что, собственно говоря, и придает древесине вот, вот эти древесные свойства. Клетки древесины выстраиваются длинными длинными рядами. Клетка над клеткой, и эти длинные ряды тянутся от корней к самым листьям. По этим длинным рядам, собственно говоря, вода и поднимается. Эти длинные ряды называются сосудами древесины. Ну или все-таки лучше сосуд ксилемы. Что еще надо добавить? вот к этому рисунку. Понятно, что если с торцов эти клетки будут закупорены, что если здесь будет мало дырочек, то вода будет с трудом подниматься. Поэтому там, где клетки соединяются друг с другом, необходимо сделать множество-множество дырочек, множество пор, много отверстий. Может возникнуть вопрос, как же так? Мы знакомы с древесиной совершенно в другом отношении. Из древесины мы строим дома. Из древесины мы делаем мебель. Вот, например, этот стол тоже сделан из древесины. И при всем при том древесина – проводящая ткань, а вовсе не ткань, так сказать, обеспечивающая прочность растений. Ответ на этот вопрос лежит в другой теме – в теме о выходе растений на сушу. Ну а мы сейчас должны с вами пойти дальше. Итак, мы с вами сказали, древесина поднимает вещества, поднимает воду и растворенные в ней соли вверх к верхним частям. Но должна быть другая ткань, которая питательные вещества, образованные в верхних частях растения, опускает вниз к корням. Эта ткань, тоже проводящая ткань, называется флоэма. Трудно запомнить это слово «флоэма», немножко похоже на слово какое-нибудь «поэма», а можно даже какие-нибудь какие стихи придумать, например, вдоль по флоэме, вниз питательные вещества неслись. Ну хорошо, не неслись, медленно просачивались. Но я надеюсь, что слово флоэма вам сейчас запомнится. Так флоэма. обыденное название флоэмы луб, его тоже можно записать научная флоэма. Ее задача – доставлять питательные вещества вниз к корням. И хотя я написал «вниз к корням», но надо понимать, ко всем тем частям, которые сами не могут фотосинтезировать, обязательно флоэма должна доставлять питание. Именно она этим занимается. Как могут выглядеть клетки, которые проводят питательные вещества Вниз, вниз, вниз. Во-первых, они тоже должны быть достаточно крупными. Они тоже должны быть довольно-таки вытянутыми, длинными. Они тоже, как и в древесине, должны выстраиваться длинными рядами. Между этими клетками не должно быть серьезных препятствий. Питание должно легко просачиваться из верхней клетки в нижнюю. Ну а для этого надо сделать здесь много-много дырочек, много-много отверстий. За Большое количество этих дырочек, за сходство их торцевых частей с ситом, эти клетки получили название ситовидные клетки, а весь их длинный ряд ⁇ ситовидная трубка. Наверное, вы знаете, коллеги, таких а, несколько неприятных насекомых клопов. Ну, должен вам сказать, что из всех клопов только один вид, постельный клоп, сосет кровь у человека, а все остальные ⁇ клопы. Стараются пить соки, питательные соки у растений. Где же клопу, который питается растениями, найти питательные вещества? Ну, конечно, можно было бы попробовать запустить клопу свой хоботок в самую глубину, в сердцевину, там, где запасающая ткань. Но так глубоко его хоботок не пролезет. И не надо. Гораздо ближе, сразу под корой располагается флоэма – ткань, по которой питательные вещества от листьев оттекают вниз к корням. И вот именно флоэму и стараются своим хоботком найти эти насекомые. Ну, это я сказал, чтобы вам получше запомнилось. Итак, флоэма и древесина, проводящие ткани, располагаются они сразу под корой и обеспечивают два потока веществ лифтом вверх служит древесина, а лифтом вниз служит луб. Или по-научному лифтом вверх служит кселема, лифтом вниз служит флоэма. Хотя у растения есть достаточно прочные ткани, древесина, луб, луп тоже достаточно прочен, растение создает в себе еще более прочные ткани, которые являются своего рода скелетом для растения. Эти ткани называются механическими или опорными. Их тоже два вида. Первый вид механических тканей, первый вид скелетных тканей растения называется коленхима. Коленхима лежит недалеко от проводящих тканей. Ее задача служить опорой растению. С ее помощью, например, тонкие и широкие листья могут быть расправленными, а не опадать э, такими тряпочками. Коленхима состоит из клеток живых. Эти клетки тоже длинные, вытянутые, а для того, чтобы они могли быть действительно прочными, они в некоторых местах утолщают свою оболочку. И здесь надо сразу понять э, одну вещь. Если мы увеличим оболочку у клетки, ей будет очень сложно дышать, очень сложно обмениваться веществами с окружающими клетками, получать питание, например, удалять из себя вредные вещества. Поэтому коленхима сделала себе толстую оболочку, но не всюду, а только в некоторых местах. Это может выглядеть вот таким вот образом. В некоторых местах оболочка толстая, а в некоторых местах она потоньше. Именно здесь клетка может дышать, получать питание, удалять вредные вещества. Рядом с ней может находиться другая клетка, и у нее утолщение может быть вот с другой стороны. Таким образом, в сумме эти клетки оказываются весьма прочными и при этом могут, несмотря на толстые оболочки, оставаться живыми, обмениваться веществами. Коленхима располагается в растении рядом с проводящими тканями, рядом с с древесиной, ксилемой и лубом флаемой. Мы с вами знакомы с коленхимой, пожалуй, больше всего по вот таким вот натуральным настоящим мочалкам. Эти мочалки делаются из особой тыквы, люфы. Тыкву вымачивают, вываривают, удаляют все ткани, кроме вот коленхима. Поэтому в некотором смысле мы можем сказать, что моемся мы скелетом. Скелетом плода тыквы. Следующая опорная ткань, следующая механическая ткань называется склеренхима. Запишем тоже. Склеренхима состоит из клеток, которые совсем по-другому выглядят. Они э, не длинные, они могут быть помельче, покрупнее, здесь бывают разные варианты. Но самое главное, что эти клетки окружают себя невероятно толстой оболочкой. Эта оболочка настолько толстая, что клетка не может, конечно, выжить и отмирает. Вот вместе с пробкой и древесиной это третий вид мертвых клеток. Давайте тоже это запомним. Третий вид мертвых тканей у растения. Эти клетки бывают настолько прочными, что их даже второе название э, ⁇ каменистые клетки, а первое научное название ⁇ склероиды или каменистая клетка. Они, каменистые клетки, создают пожалуй, самое прочное, что есть у растения. Что-то, что бывает иногда похоже даже на камушек. А что может быть в растении похоже на камушек? Ну, может быть, вот косточка. Косточка твердая-притвердая имеет оболочку именно вот из таких мертвых, но очень прочных клеток склероид. Вот, коллеги, наш обзор по тканям растения завершается. Спасибо за внимание.